Вы, наверное, согласитесь с тем, что интересно представить то, как выглядела та или иная часть Владимира в старину. Исключением в этом плане не будет и Соборная площадь города. Например, порядка 300 лет назад в районе вот этого памятника находилась трапезная, куда приходили поесть местные священники. Вот примерно здесь стояли дома горожан, а у входа в парк находилось отделение одного из органов церковного управления. А вот на месте современного Дома дружбы находился острог с заключенными. Меня зовут Алексей Домнин, и сегодня я расскажу вам, что еще скрывает история Соборной площади. Различные постройки в самом сердце Владимира отразил автор самого раннего из известных планов города, так называемого чертежа 1715 года. Судя по нему, в районе парка, Дома дружбы и банка находились деревянные стены с башнями, а там, где сегодня находится проезжая часть, стояли въездные деревянные ворота. Это была часть укреплений, которые обрамляли центр Владимира. Традиционно считается, что изначально, до появления золотых ворот, это и была западная граница древнего города с валами и оборонительными сооружениями. Правда, ряд современных археологов говорят о том, что впервые насыпи здесь появляются гораздо позже, в конце 15 века, в эпоху Ивана III, который освободил Русь от ордынской зависимости. Как бы то ни было, валы в этой части Владимира сохранились лишь частично, что нельзя сказать о других укреплениях неподалеку от Соборной площади, которые и вовсе исчезли. Примерно на этом месте в конце 12 века и появляется белокаменный аналог золотых ворот в миниатюре. Причем с запада и востока к этим вратам примыкали стены, тоже из белого камня, шириной примерно 130 сантиметров. Все это выяснилось в ходе раскопок еще советских лет. Причем некоторые блоки тех оборонительных сооружений до сих пор находятся прямо под нашими ногами. А в то время, до появления крепости, где-то здесь и могли находиться палаты князя Андрея Боголюбского. Согласно летописям, в 1185 году Владимир серьезно пострадал из-за пожара. Причем древние источники упоминают, что рядом с Успенским собором находились княжий двор и терем. Не исключено, что в данном случае речь шла о палатах эпохи Андрея Боголюбского. Но, видимо, огонь оставил от этих построек только пепел. И, может быть, центр Владимира, а не Спасский холм, это и есть то место, где находились палаты князя Андрея Юрьевича во Владимире. Давление времени не пережили и белокаменные укрепления в центре города. Над остатками древних въездных врат, которые напоминали золотые ворота, в 17 веке возводится колокольня. Но после того, как в нее попадает молния, она разрушается. Правда, уже в начале 19 столетия ее возводят вновь. Но на этот раз уже гораздо ближе к самому Успенскому собору. А вот ограда вокруг собора появляется в 60-х годах 19 века. Хотя самое первое ограждение было построено в начале 18 столетия для защиты собора от бродячего скота и безнравственных людей. Сама территория перед храмом напоминала пустырь. Власти хотели здесь обустроить парк, но духовенство было против организации гульбища перед собором. Сад так и не был заложен. Дело в том, что Соборная площадь служила в большие церковные праздники местом молебствий. Перед Успенским собором выстраивались толпы верующих, которые приезжали из разных уголков России. В центре Владимира находилось и небольшое здание Владимирской часовни. Оно было выстроено еще в конце 18 века для сбора пожертвований в пользу Успенского собора, к которому и относилось. Кстати, эта часовня особенно усердно посещалась студентами во время экзаменов. Считалось, что это помогает успешно сдать сессию. Но в советские годы здание снесли. Впрочем, в то время с постамента убрали и памятник Александру II. Вместо него сегодня здесь стоит вождь мировой революции. Правда, он появился далеко не сразу. Изначально царя-освободителя сменила статуя свободы. Кстати, именно так в советские годы и называлась центральная площадь Владимира. Через год после Октябрьской революции на ней установили и деревянный обелиск. Над его наименованием долго не думали. Его тоже назвали в честь свободы. Позже от одряхлевшего деревянного обелиска решено было избавиться. Но свято место пусто не бывает. Ближе к середине 20-го столетия здесь появляется скульптура вождя народов. Правда, Иосиф Виссарионович Сталин простоял недолго. В 1950-х годах его убрали. В 1958-м Владимир отмечал свое 850-летие. В честь этого события было решено поставить новый обелиск в форме трехгранной призмы с фигурами воина, зодчего и рабочего. Памятник символизировал героическое прошлое города и его настоящее. Его открытие состоялось 30 октября 1960 года. С тех
пор этот монумент и украшает центральную площадь. Кстати, вместо него здесь могла появиться колонна, на вершине которой находился воин с мечом. Но этого не произошло. И современный облик соборной площади уже значительно отличается от того, что здесь было раньше. Впрочем, то же самое можно сказать и об Успенском соборе. Например, ученые до сих пор не знают, как выглядел этот древний храм изначально. Но об этом я расскажу уже в следующем сюжете. С вами был Алексей Домнин. Закрытые страницы истории будут приоткрыты.